Приведище! Это поездатые приключения, и мы продолжаем. Отлично, я выспался. Все, забинтовался. Проверю шкафчики. Опа! Ключ. Южная дверь туннеля. Ништяк. Погоди, то есть я сейчас вот эту дверь смогу открыть? Блин, или не тут? Ладно, пускай ключ у меня валяется, я потом, если что, вернусь. О, подъем. Наконец-то мы из воды вышли. Да стоп тебя! Почему я так мочу-то, а? Фу-фу-фу. Так, короче, что я хочу? Пожрать я хочу. Ну я почти уже, опа, почти уже дошел. А, так вот, я пришел. И вот ключ. Нати. Ништяк. Все! Мы вышли! Но это еще не все. Нам же нужно как-то эту стенку подорвать, прочистить проход. Поэтому идем дальше. В недра этого ада. Это дохленький уже. Хорошо. Машуня бежит, Машуня бежит. Ох, как ее откинуло-то. Всегда бы так стрелять на дистанции. Буду теперь ящики проверять, мало ли, какие-нибудь ключи найду или еще что. Точнее, шкафчики. Снова тишина. Так, я понял. Ух! Их там два было. Пёсель, стреляй, у меня перезарядка. Молодец, пёсель, я тебя погладил, типа. Это было напряженно. Какие у тебя интересные внутренности? Интересно, он изначально был таким жирным или после того, как превратился в зомбаря, его разнесло? Что у нас тут есть? Водичка, энергетик, водичка, энергетик, водичка, энергетик. Ничего интересного. О, кухня. Кухонька, кухонька. Тут, как обычно, еда. Давай сюда заглянем. Там Машка, блин. Со своими газами. Жалко, тут нет противогаза. Или он все-таки есть, я не помню. По-моему, нет, противогаз мы не умеем делать. Ну, тут, понятно, жрачки, холодильники. Тут навряд ли что-то найду интересное. Идем дальше. О, опять сирена. Да что ж так это? Дробаша плохо стреляю я. Видимо, от нервов. Надо валерьяночки попить, таблеточки. А этого я не... О, ништяк. А то он меня бесил. Надо прокачать талант. Молодец, робопес. Хорошо справился. А мы идем в обходочку, значит. Раз там дверь закрыта. Кто-то плеванул. Или там кого-то робопес прикончил. Этот дохлый. Что у него в сумке? Давай посмотрим. Да, ничего интересного. Тут у нас что? Блин, как я... почему я сразу за угол-то не смотрю? Я не в тот угол посмотрел. А, выходим. Я думаю, подлечиться стоит. А то такими темпами я точно тут загнусь. У меня, кстати, для дробаша всего 14 патронов осталось. Вот это место, наверное, где я в прошлый раз подыхал много-много раз. Да, похоже на то. Вот этот подрыв. Коробки аж разлетелись в щепки. Там бочка есть?
Нет, но я могу в голову попасть. А где гранаты, кстати? У меня одна еще граната осталась. Это не густо. Хорошо, подрыв. Че, робопес тут со всеми разобрался? Нормально их тут, да? Не попал. Фух, правились. Вон еще идет. Волной, ты видел этот купол? Волны взрывной. Когда вблизи взрываешь, ты его не видишь, а вот издалека прям четко так. Как будто ядерка взорвалась. Мини-ядерка. Рыбопёс тут еще кого-то видит. Патроны, патроны. Надо не забывать про патроны. Идем дальше. Тут сейчас такая же комната должна быть. Заходим. Ага, точно, вот. Точно такая же комната. Но буду стрелять из пистолета. Перезарядка. Нифига не вижу, но робопес должен через этот туман видеть все. Чем больше никого? Я так же, как робопес, в принципе, стреляю. Поэтому. Два сапога пара. Можно в этот туннельчик занырнуть. Можно туда занырнуть. Можно сюда занырнуть. Воу-воу-воу! Нифига себе. Вот он, этот бугай. Ну все, мы его обезвредили. Можно аптечку последнюю юзать. Твою налево. Ты обосрался. Патронов больше нет для дробаша. Это печаль. Все, тут мы все зачистили. Проходов. Машка бегает, лысая. А нет, вот еще проход есть. Нет, 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 нет. Он бежит, я бегу, я бегу. Он все-таки меня чем-то задел, кажется. Так, ну что, пойдем проверять вот эти все проходы, потому что я уже запамятовал, какой из них правильный, какой нам нужен. Все, два патрона на дробаш. И все. В обрезе еще есть два патрона. Готов. Пить захотелось что-то. Робопес, не тормози, съешь сникерсни. Так, это мы вышли. Ага, там зашли, отсюда вышли. Ладно, давай сходим тогда сюда. Готов. Мертвый. Есть. Блин, робопес, ты меня так пугаешь своим огнеметом. Надо будет его снять скоро и сделать ему из дробаша, может быть, ствол. Хотя нет, дробаш на дальность не очень работает. О! Значит, мы вот здесь вот находимся. Очнулся, скотина. Жарь его, песик. Молодчик. Значит, мы вот здесь вот находимся. А были где? А были вот здесь вот. Я вот так вот прошел. Ага, тут вот что-то вот, дверь какая-то есть. Но нам сюда не надо, нам нужно вот сюда вот сходить. Поэтому надо отсюда выбираться и идти в дальнюю дверь. Не ори на меня! Ох, ты спас два патрона в дробаше, поэтому я тебе медальку потом выдам. Сколько вас тут лезет-то? Хоть бы кто-нибудь мне патроны притащил. О, наконец-то! Наконец-то нашел мухлевщика, который косил под спящего. А этот труп.
Ну все, выходим, получается, и бежим теперь в ту дверь, в которую нам и нужно. Ух ты. О, прикольно. Добавили, короче, брызги от пуль. Он сейчас оживет, нет? Нет, это точно труп. Насколько я помню, за этими дверями запутанные лабиринты. Стоит хорошо подготовиться, прежде чем продолжить путь. А тут же рубильник еще нужен, да? Ага, точно. Там запутанные лабиринты. Давай сходим сюда, посмотрим, что тут. Опа. Проклятие. В конце этих залов был склад оружия. Оу-оу-оу. Бочечку надо, бочку по-любому. Я сейчас ее туда кину. Вот так вот. Что у нас тут есть? О, граната, это хорошо. Подожди, тут и патроны. Для дробовика. Тут тоже патроны. Блин, сейчас я в шашлычную превращусь. Да ты до него не достаешь, чтобы пёс. Ну, что ты делаешь? Вот я сейчас достану. Хорош. У меня гранаты. Я слишком опасен. Опа. Вот это подстава. Ну чё, бугай, ты готов? Отведать моего бамбалейлу. Гранат не долетает до него. О, хорош. Все, гранаты кончились. Переходим к помповому оружию. Ой-е-е. Разлетающиеся мозги зомбарей меня радуют. Прокачиваем снова силу. Кто там? Кто там? Не добежал. Бедолага. Ну, пойдем смотреть, где тут у нас есть... Ух ты, тут еще одна граната. То, что надо. А то я уже свою все истратил. Где тут калаш-то спрятал? Тут же должен быть калаш. А ты откуда вылез? Так, титаняшка, надо ей гранатку запустить. Там еще и ж... Ой, жиробас еще. Нет! Мой робопес меня сжарил все-таки. Ладно, в этот раз я подготовился. Значит, возьму аптечку, захилюсь, чтоб наверняка меня не снес мой же дружелюбный собакен. Ну, а теперь поехали. Ух. Меско подъехало. Опс, патроны кончились. Блин, мамашка откуда? Как там через щель-то пролезла? Такая пухленькая. Живой еще? Взорвался все-таки. Пока я переключал оружие. Машка такая в последний... Да что ж... Последний вагон запрыгнуть, хотел сказать. Да. Вот это я тут устроил. Замес. Но то ли еще будет. Все, больше никого, что ли? Нет, тут еще есть. Вон, 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 вон. Питоняшечка. И пожарник вон там в углу стоит еще. Готов. Готов. Тут никого. Хитрая Машуня выпрыгнула из-за коробок. Вот я спать захотел, но тут вообще не к месту. Адреналин должен меня бодрить. Но что-то нифига. Вон двери, отлично. Тут же нету дверей, да, больше? Фух. Никогда не любил катакомбы. Добрый вечер.
Всякие туннели, лабиринты и все такое. Вроде дошли, наконец-то. Короче, патроны. Забираем. Пойдем теперь искать дробаш. Где он может быть? Тут нету. Вот он наш калашик. Я его вот здесь вот сейчас положу. Уф! АКМ! Ну все. Всем бояться! Теперь нужны патроны для АКМ еще. Будем их собирать. 300 патронов буквально в одном месте собрал. Еще гранатки, конечно, надо взять. Там же потому что лабиринт будет и в нем будет жарко. О, Машуня, ты откуда ты? У вас тут что, дверь открылась? А, реально дверь открылась. Подожди. Как вообще так происходит? Тут дверь сама срабатывает, видимо, с электроникой проблема какая-то. Она открывается, закрывается. Вот сейчас я это делаю. Обалдеть. Ну что, пойдем воевать и искать С4 или что там нам. Короче, бомбу. Звуки из кресочки. Куда нам, в ту сторону или в эту? По-моему, по кругу будет. Прикинь, автомат дать моему робопсу. Так он тут вообще все стенки изрешетит. Он с огнеметом-то нормально не может справиться. Кстати, знаешь что, надо проверить, что у меня тут по пистолету. Ага, все закончилось. Я-то думаю, что он пистолетом не стреляет. Так. Пистолетные патроны на тебе, мне пистолет пока не нужен. Так что все патрики ему отдадим. Опа. Взял и появился. Негодяй какой. Ага, мы оттуда пришли. Все, ок. Тут, блин, запутаться можно. Столько ходов. Тут нет. Успели. Кузькину мать. Не удивлюсь, если за этой коробкой тоже кто-нибудь лежит. Ты посмотри на них, все из-за угла высовываются. Так и хотят, так и норовит меня испугать. Ничего интересного. Патроны только взять надо. Ну все, хватит этого экшена. Глаза уже слипаются. Пора поспать. Можно прям под водой. Благо мой спальный мешок может и в воде раскладываться. Ложимся спать. Отлично. Идем дальше. А, нет, надо пожрать. Попить, пожрать. Сходить в туалет. Все человеческие нужды восполнить. Исполнить. И теперь можно идти. Хотя я бы еще пожрал. Тогда жрем и идем. Проверяем право. Лево. Дверка. Две Машуни, блин. Вышла Машка из-за угла. Вынула кинжал. Буду резать, буду бить. Все равно тебе галить. Она там носится с горящей башкой. Сумасшедшие женщины. Ну что хочу сказать. Наконец-то нашел. С4, елки-палки. Как долго я вас искал, бомбочки. Все остальное мне не надо. По патронам у меня в завал. Бежим, бежим подрывать тот завал. Такой повернулся, еще и ударить меня лежа умудрился. Негодяй. Все, больше же никого тут не будет. Готово. Пойдем завал подрывать. С4. Я сейчас, наверное, сохранюсь тут, а то я могу себя еще и подорвать нафиг.
Где мы ее положим? Прям, а, ну так. О, я ее кинул. Я ее кинул, бежим, 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 бежим. А как долго она будет взрываться? Может, по ней стрельнуть надо? О! Хорошо! Отличнейше! Си-4 прекрасно справится с этим завалом. Она уже справилась вообще-то. Ну что? Едем дальше? Я про робопса забыл. Робопес! Ну вот, мы сейчас его и проверим. Как он там? Будет бежать за нами или не будет бежать? Зараза. Я не специально робопес. Беги! Беги, пес, беги! Он бежит, что есть мочи. Но я думаю, он нас догонит, если что. Мой милый, милый белый друг. Четырехногий. С ним все будет в порядке. Прибежит. Заодно протестируем. Так. Че мы там, выезжаем с этих туннелей, нет? Отключи свой фонарик, чтобы не садить его. Смотри. Прикольно. Как будто в очки смотришь, да? Начну увидеть. Все, мы выехали. И на этой благополучной ноте можно закругляться. Если тебе понравилось, ты хочешь увидеть продолжение, ставь лайк и подписывайся, и тогда мы вновь увидимся. Так что до встречи!